Выкуренные сигареты отнимают 8 минут жизни. Выпитый стакан невкусного коньяка белого цвета отнимает 15 минут жизни. Рабочий день отнимает 8 часов жизни. А спецназовец отнимает всю жизнь сразу, одним выстрелом. Ты лучший боец, а мы лучшее командование. Докажи это, устранив мерзкого журналиста, который критикует нас, сидя в своей укрепленной телестудии. На студии, расположенной на острове, есть три крупных объекта. Это центр связи и казармы операторов. Объекты поменьше, их 4 штуки. Входы в подземные катакомбы и монтажные помещения. Скоро мы начнем штурм этой студии основными силами. Евлампий, ты должен незаметно проникнуть на телестудию и произвести разведку на объектах. Твоя главная цель — убрать журналиста. После того, как он будет уничтожен, рейнджеры десантируются на остров и займут главный корпус студии поблизости от места эвакуации. Как только этот район будет зачищен, на остров высадятся основные силы и возьмут студию под свой контроль. До тех пор, пока мерзкий журналист жив, нам не будет покоя. Очернительные сюжеты по телевидению нам обеспечены. Мы должны положить конец этому безобразию. Люди должны знать нас с хорошей стороны. И только. Поэтому займись делом. Переломай всем ноги, и пусть никто не уйдет обиженным. Оставайся на борту, пока не достигнешь точки высадки. Должны уничтожить его со всеми помощниками. Da, halt ihn fest! Ah!
Все операторы уничтожены. Понял. На очереди объект «Москит». Nicht mehr fühlen. Ich schaff's noch nicht. Мам, маме. Ich schaff's schon nicht. Also. Hinterm Deckung! Рядом с тобой находится система туннелей. Найди вход в нее.
Halt ihn fest! Двигаемся осторожно. Ich kann mein Bein nicht mehr fühlen. Вижу журналиста. Огонь. Шапс.
Прапор, журналист получил свое. Можно писать веселый некролог. Хотел бы я так же порезвиться, как в молодости. Hinterm Deckung!
Предлагаю по этому поводу устроить двухнедельный запой